Всем привет! Я в своих роликах пытаюсь показывать только практические схемы, те, что именно нужны в игре. И вот в предыдущем вайпе, которого ты уже почти прошел, у нас был огромный дом, там было 4 батареи, ну, огромное количество комбинаторов питания, много солнечных батарей, 5 ветряков, и дом пережил огромное количество рейдов. После каждого рейда приходилось заново отстраиваться и встать, и началась путаница между комбинаторами питания, какой за что отвечает. Один из тиммейтов предложил мне помечать комбинатор питания. И вот таким счетчиком, который проводит, просто показывает, сколько электричества приходит и выходит, я помечаю, что именно вот этот комбинатор питания отвечает за то, что он уходит в батарею. То есть я от него идет в счетчик, а от счетчика идет в батарею. Таким образом, я всегда вижу, когда у меня просто сумасшедшее количество комбинаторов питания, я всегда вижу, какой именно комбинатор питания уходит в батарею. И если там вынесли какие-то панели, мне приходится добавлять панели, мне приходится отключать, скажем вот так, переподключать комбинаторы, и чтобы вот не смотреть на каждый выход, какой же все-таки идет. Я вот при помощи счетчика всегда это вижу. Ну и плюс тоже можно всегда таким образом контролировать, сколько энергии приходит от батареи. То, как видите, 69 недостаточно для 9 турелей. Поэтому нужно, конечно, ставить ветряк здесь. Чтобы счетчик проводил, нужно просто нажать клавишу E. Вот если нажать, он автоматически просто показывает. А чтобы показывал именно сколько электричества приходит, надо нажать E и выбрать вот это нижнее. Тогда он будет показывать, сколько энергии проходит. А вторая полезная вещь – это имитация турелей. С непривычки человек не поймет, что здесь происходит. То есть, если он бежит в темноте и вдруг видит огромное количество лазерных лучей, то он может подумать, что стоят турели, работают турели. На самом деле это просто лазерный детектор. И тогда данное хулиганство требует мало энергии, всего лишь 10 энергии на 5 переключателей. На 5 лазерных детекторов, извиняюсь. 5 лазерных детекторов, всего лишь 10 энергии. Но помимо всего, есть еще другая практичная вещь. Когда у вас уже появятся турели, вот эти дополнительные лучи будут вносить сумятицу. Будет казаться, что у вас турели там, ну, не 3, а, скажем, 8 турелей. И если кто-то попытается сосчитать лучи, то он запутается.